Так, всем здрасте. Хотел показать, как проверять зарядку от генератора правильно. Многие показывают, кидают мультиметр прямиком на клемму. Это один из вариантов, но более для точной проверки генератора. Сейчас покажу как. Включаем мультиметр. У меня автоматический мультиметр. У кого обыкновенным, ставим на 20 вольт. Накидываем щупы. У нас показывает 14,6. 16. 14,16. У меня заряд идет. Но у некоторых бывает, вот на этом этапе нет заряда. И они сразу начинают паниковать, что у них генератор накрылся. Переходим к генератору. Так, на генераторе нам нужен вот этот вот. Вот этот вот болт. Это плюс выход. Вот на него вешаем один из щупов мультиметра. Вот у меня с крокодильчиком, я вот так. А второй конец мультиметра будем на любую массу. Это подойдет как крышка двигателя или минусовая клемма. Сейчас все подключу, дальше будем. Так, вот я подключил. Вот ставлю на крышку мотора. Вот, 14, 13, 14, 17 показывает. У меня рабочий генератор, все показывает нормально. Но бывает такое, что на аккумуляторе маленькое напряжение, а генератор будет выдавать нормально. Тогда это причина в проводах. Ищем там причину. Это как может быть сгнивший провод. Недавно случай был, приезжала Джили, китаец. Просто провод сгнил. Слабый контакт был. На двух волосках держалась. Причина была в этом. Также окисление, как может быть на самом генераторе. Так и на клеммах. Плохой контакт вот здесь, на клеммах, окисление. Тоже может недозаряд идти. Проверяем все провода сначала. Все массы проверяем. Где какая масса такая. Все это проверяем, зачищаем. Но опять же, проверять надо. Генератор — это более правильно, чем сам аккумулятор. Всем спасибо. Вот это поворот!